с детского возраста учат же, что подними голову. Так, может быть, момент у ворот Кунлуни. Это у Богдана Тринеева теперь крадут заброшенную шайбу, но крадут по всем правилам. Джереми Смит делает свою работу блестяще. А дальше что у нас происходит? Чем недовольны игроки команд? Вижу, что Богдан Тринеев сцепился. Не вижу с кем. А, с Родволдом. Но пас какой проникающий.